Здравствуйте, дорогие подписчики! Меня зовут Александр, это YouTube-канал Садовод Киев, и сегодня в моем обзоре зверь-монстр из профессиональных бензопил китайского производства Zomax ZMS-7501. Мощность такой пилы 3,2 кВт, 4,3 лошадиные силы, 73,5 кубических сантиметров двигатель и минимальное количество оборотов 8,5. Это как указано на упаковке. Сейчас мы посмотрим, в чем поставляется она. Как мы видим, в такой упаковке, красная, яркая, лакированная, со всеми характеристиками, что идет в комплекте, как она вообще выглядит. Поехали. В упаковке идет мерная бутылка для смешивания бензина с маслом, защитный чехол шины 45 сантиметров, зомаксовский стандартный, ихний оригинальный, с маркировкой совсем, зип, там идет свечной ключ, звездочка, отверточка, гарантийный талончик, гарантия официальная 2 года, зип с, как правильно собрать бензопилу, я так понимаю, каталог инструмента идет, руководство по эксплуатации, в принципе, как во всех бензопилах. Это крышка воздушного фильтра, я предварительно ее снял для того, чтобы показать, какой идет воздушный фильтр в этой бензопиле. По поводу комплектации идет шина 45 сантиметров, 68 звеньев, 1,5 толщина паза. Цепи идут уже профессиональные, по дубу, по акации, орегоновские, по твердым породам. Грубо говоря, здесь уже базовая комплектация, идет самая лучшая цепь, которая существует. По дубу, по акации и орегон, оригинал. Шинка на 4 заклепки, проэмовская, 3 восьмых шагом. Бензопила выглядит очень внушающе, очень качественно. В принципе, так подобает и выглядеть профессиональному инструменту. По поводу фильтра. Фильтр стоит нейлоновый, с уплотнительной резиночкой. В принципе, фильтр стандартный, такого вот именно вот, ах, качества в нем я не вижу, к сожалению. По поводу, что находится под фильтром, это уже другой разговор. Карбюраторы зомаксовские, оригинальные, как мы видим, вот заводские номера, все на нем выбито. Завод Вальбро делает профессиональным бензопилом Zomax. Карбюратор изготовляет завод Вальбро. Свечи НЖК, мы отсюда не увидим, но тяжело снять одной рукой колпачок, но синяя надпись НЖК присутствует. То есть это институция, это оригинальные свечи НЖК. С этой стороны, давайте вот отойду и посмотрим. Идет тумблер включения. Как мы видим, вот тяга подсоса, дроссельные заслонки, защелка крышки воздушного фильтра. С этой стороны мы увидим стартер. Стартер с плавным запуском здесь стоит. Потому что декомпрессора здесь, я так понимаю, я не вижу. Пропорция масла, как убеждает нас производитель, литр 41, это 25 грамм на литр. Рукоятка этой бензопилы идет прорезиненная, качественная. То есть не прорезиненная, а тут уже резина сверху. То есть это не что-то комбинированное, а чистая резина идет. Под рукояткой тормоза мы видим заводской номер. Так. С этой стороны обойдем. Глушитель мы видим. Глушитель двухзонный идет. Алюминиевый металлический картер в этой бензопиле. Здоровенный металлический упор. С этой стороны мы можем увидеть пружинные амортизаторы. Пилка, на пилке стоит 3 амортизатора таких. Пилка очень мягкая. Корпус будет хорошо пружинить, и у вас не будут, как говорится, уставать руки. Звездочка стоит на этой пиле, сменная, 3 восьмых минус 8, где крепится она винтиком. Очень толково сделали, в принципе, без стопорных колец. Шина оригинальная, все на ней выбито, цепи оригинальные. В боковой крышке вот такая вот боковая крышечка. Стоит боковой натяжитель цепи. Тырсогон очень мощный.
толстенная резина. Такая пластина, под которой находится натяжной винт. И дополнительная характеристика этой пилы. Вес 7,1 кг, минимальное количество оборотов 3000. При полном газе выдает до 10 тысяч оборотов. Вот такая, ребята, чудо-бензопила. Может стать вашей. Звоните, заказывайте. Мы даем официальную гарантию 2 года. YouTube-канал «Садовод Киев» является официальным дилером торговой марки Zomax в Украине. Покупайте проверенный товар. То есть вы видите, что мы вам продадим уже. А не кот в мешке, как говорится. Картинка с китайского сайта. А в итоге приходит вам что-то не то. У нас вы купите подлинную вещь, подлинную пилу, подлинный инструмент. Так что всем удачи. Я сегодня сделал краткий обзор этой бензопилы. Надеюсь, сниму обзор, как она режет. Все будет. Подписывайтесь, ставьте лайки, покупайте. С вами был Александр. Счастливо, до свидания.